Привет, дорогие друзья, вы на канале Колдун Блог, с вами Гадяров Танки, и сегодня у нас будет такой, своего рода, коротенький такой дайджест и в то же время пожелание. Как вы знаете, скоро у нас выходит Infinity Warfare и Remastered, вот, который я, блин, по привычке все время называю Infinity Ward и Remastered, потому что, не перепутать тут очень сложно, потому что Infinity Ward — это, в общем, студия, которая, благодаря которой мы, собственно, и получили возможность играть в такую замечательную игрушку, как Call of Duty. Вот, и, наверное, и мне кажется, отчасти это название было выбрано как своего рода такое юбилейное, что ли, или знаковое. Но, не, собственно говоря, не об этом суть. Суть в том состоит, что чего лично я бы хотел больше всего увидеть. Помимо того, что возвращение к старым картам, которое уже гарантированно будет, да, та же крушение, мы снова, ребята, сможем в нее поиграть, и это великолепно. Но лично мне вот хотелось бы, чтобы вернулись также спецоперации, которые, вот, ну, из примеров мы видим сейчас с вами, да, это подсчет трупов СМВ-2, очень быстрая спецоперация, кто знает, как ее проходить. Вот, и еще один момент — это режим выживания, который лично мне очень нравился в Modern Warfare 3, когда надо было там волну за волной от все более мощных соперников спасаться там, или поначалу их всех уничтожать, потом от них бегать и уничтожать их, и так все дальше, дальше и сложнее, и сложнее. Вот, вот эти вещи очень бы хотелось снова увидеть в новых частях Call of Duty. Просто потому, что они не только интересны, но они еще здорово экономят время и нервы, знаете, ну, у всех из вас, кто является фанатом этой серии, есть такое там привычка, что ли, сформированная, ну, зайти вечерком там немножко поиграть там несколько раундов в эту игру, да. Иногда в мультиплеер не хочется заходить, потому что ты либо устал, либо ты знаешь, что сейчас придется напрягаться, потому что соперники там сидят не слабенькие, и поэтому, как бы, чтобы не нервничать, ты, как бы, себя от этого огораживаешь. Ну, а все равно поиграть что-то хочется, такое непродолжительное, но при этом тоже требующее определенного скилла, но при этом не нервирующее вас, да. И вот отлично для этих целей подходит спецоперации, да. Если режим выживания, он, как бы, требует больше времени, потому что там волна за волной, и это может длиться час, два, три, четыре, там по 6 часов ребята играли, там выкладывали на YouTube свои рекорды прохождения, вот, то спецоперации просто идеально. Они короткие, они интересные, и они позволят вам весело провести время и при этом немножечко расслабиться, не перенапрягаться. Так что я думаю, это must have, будем ждать, вот, лично я этого жду. Ну, а вы делитесь мыслями, если у вас есть подобное рассуждение. И ставьте лайки. До новых встреч. Пока.